Всем привет, ребят, с вами Алексей. Мы продолжаем прохождение растения против зомби. В общем, как я и говорил, я прошел его, только что прошел. Вот у нас записка. Выбрал я маленько другую тактику и купил еще эти газонокосилки. Только что заметил, что их забирают за монеты, а оказывается, вот за что очки даются. Если у тебя газонокосилки сохранились, то они забираются у тебя и тебе дают за это вознаграждение. Вы нашли записку. Владелец дома, вы отказались подчиняться нашим требованиям. И если вы продолжите упорствовать, мы будем вынуждены применить силу. Пожалуйста, немедленно оставьте нам ваш дом и мозги. Искренне ваши доктор Эдгар Зомбос. И подпись. Искренне. О, теперь ночью. О нет, он здесь. Лучше приготовься. Это будет большая битва. Слушай, я знаю его слабость. А тебе надо будет бить его под дых. Ой, нет, это будет другой парень. Тебе надо пнуть его в... Тебе надо нажать вверх, вверх, вниз, вниз, лево, вправо. Подожди, я вспомнил, надо... Наконец-то, красавчик, увел от нас гребаного Дэйва, чтобы он нам не стучал на мозги. Чё такая большая? Она и была такой длинной? Это кто? Это Дэйв? Это безумный Дэйв встал сейчас? Вот сюда. Это босс? Или чё? Подождите, это Дэйв стоит? Это он нам зомби кидает? Что-то неинтересно стало. Он или не он? Какой-то механический. Потом в концовке окажется, что это был Дэйв. Все это время он создавал зомби, он делал нам проблемы. Ну, короче, я не знаю точно, наверняка, если я угадал, не говорите мне об этом. Не хочу знать наверняка. Так, вот эти сложноваты будут. Я очень надеюсь, что я снесу. Так, давайте вы маленько постоите. Не, это кто-то не он. Оказывается, нет. Нормально все. А че он присел? Типа, чтобы я успел его убить? Бляха, я думал... И как здесь быть? То есть это в любом случае он сносит меня, да? Ну, поскольку я имею возможность все поставить заново, это, видимо, не страшно, как бы, типа. Вот он сложный. О, вот тут обоих снесут. Так, ничего не знаю, ребята, постойте немножко. Так, возвращаем все назад. О! Получай. Блин, босс оказывается, вот реально. Нужно его снесить, пока можно. Во! Возьми еще, получи. Вот он мега... И точно, в него пыляют же, заметьте. Ледяной шар. Сносит все мои... Нет! Блин, такая игра, я офигею. Вы столько напридумывали, а? Столько разных фишек, плюшек, блин. Вот неспроста ее любят. С видео изначально ничего необычного. А теперь видно, что, блин, ну, с душой сделали. Офигенно вообще. Стой, постой немножко. Стой, постой. Мне вот пока что нечем его сбить. Вот совершенно нечем. Во-во. Блин, тварь, опять. Вот арбуза возьми. И у меня не показано, что я сношу его. Это как бы прогресс уровня есть, но при этом толку как бы нету, да? Ну еще и здесь же давай. А газонокосилка поедет? И он снес газонокосилку! Вы чё? Чё за подстава? Газонокосилка пропала. Нет!
Вот такие уровни я тоже не проигрывал еще. До этого момента. Отвали. Бляха, блин, как только это самое-то его победить? Вроде как в него стреляют все мои растения, но вот он не подыхает, по всей видимости, и пока я не пройду уровень до конца, ничего не изменится. Я думал, что это был Дейв, но на самом деле нет. Но в конце, возможно, так и будет. Хотя зомби его забрали, поэтому, скорее всего, он нет. Он с ними не заодно. Вот как с ним сражаться, а? Возможно, когда я в него стреляю, прогресс уровня заполняется. Вот в чем смысл. Есть такая вероятность. Так, ничего не знаю. Фух, пронесло. Так, постойте немножко. Мне вот бить его нечем абсолютно. Вот, только эти с этим вот. По-моему, да, прогресс прибавляется понемножку. Да, походу, в этом и есть смысл. Но вот это я не могу. Ну-ка, заморозь ее. Срабатывает! Бля, я не знал даже. Нет, как можно до этого додуматься вообще? А если поедет ледяной шар, я должен снести его перцем, да ведь? По-любому, наверное. Я потом проверю. Это наверняка так и есть. Все продумано. Так, постойте немножко. Так, еще постойте. Да, потихонечку заполняется, заполняется. Блин, все ясно, понятно. Зашибись. И, по-моему, он встает ближе. А это нехорошо. Не ставить-то больше некого. Так, ничего не знаю. Ой-ой-ой-ой. Ведь он перепрыгнет же. Уходя отсюда. Вон его закидывают вообще прям как могут. Постой немножко. О! Блин, нет! Ну нет! Зачем я истратил? Капец. Снесли волну. Ничего не поделать. Волну, а точнее, как это назвать-то? Мою дорожку. Он стреляет вообще туда, куда не нужно стрелять, по идее. Нет смысла. Так, это, надеюсь, снесут. Вот, на, поднимайся лучше. Он не поднимается. Получи. Нужно оставлять все мои эти самые. Вот что мне делать здесь с ним, а? Все, смысла нету. Я там сделать-то ничего не успел. Он до этого прошелся по туда. Я толком не успел ничего сделать. Ой, сколько у меня замораживающих? Зачем столько? Слишком много. Прям реально много. Они не кончаются. Этот не останавливается. Остановился, блин. Снесли его. В конце концов. Нету больше этих самых. Вовремя. Вот что с ним делать сейчас? О-о! Тварь. Блин, сложно вообще-то.
Чё за босс такой? Вы чё, издеваетесь, что ли? Так, постойте, постойте. Немножко постойте, я еще ничего не то самое, не успеваю вообще. Ничего делать, ничего ставить не могу, не успеть сделать того, всего. Умри. Внизу здоровяка поставил, вообще замечательно. Мне вот жить надоело, да, ты думаешь? Так, ребята, постойте немножко. Дайте мне немножко пожить. Так, здесь, а я поставлю тебя. Замечательно. Отлично. Пока все более-менее. О. Ох, блин, боссовый у нас, боссовая серия у нас сегодня. Прям вовремя поставил. Я даже не знал, что сейчас будет горячий шар. Прям взял его, поставил его в то время, когда она появилась. Вот я молодец, конечно. Сейчас не вовремя было. Так, ну там пустая. Там мне повезло. А, ты еще горшок мой взял. Тварина. Погоди, погоди. Сейчас до тебя доберемся еще. Я сегодня еще голос посадил, блин, сегодня. Точнее, вчера. Не знаю, почему. Как так получилось, но... Теперь я говорю кое-как. Как вы заметили, я купил все газонокосилки. Я о них уже говорил. Правда, я не говорил о том, что я их купил. Но это и так вполне себе очевидно, да? Так, это уже поздно ставить. Да, стреляй, стреляй там. В никуда стреляй. Пустое место. Ох ты. Я думал, он снес его. Ух, твари, какие вы сложные все. Дайте мне хоть что-нибудь такого мощного, офигенного, как перец, допустим. И чего-нибудь замораживающего. У меня нет ничего замораживающего. Как бы это ни было печально. Газонокосилки 3 осталось. Жить пока что можно. Кое-как, ну можно. Дайте мне горшок. Так, там слишком много. Нужно ставить перец. Перец. Ох, пот. Пот и кровь. Пот и кровь, по-другому не скажешь. Пот и кровушка. Отлично. Перец. О! Снесись, в конце концов, маленько совсем. Он уже сдохнуть должен. По-моему, он сдох. По-моему, я победил. Чё за гуманоид? Ай, а, он сам положил их. У меня почти 10 тысяч. Я могу себе что-нибудь прикупить. Я, по идее, с 5000 мог себе прикупить. Безопасность получена. Закончите приключения. Ладно, ты победил. Мы больше не будем есть мозги. Мы просто хотим сняться с вами в видеоклипе. Искренне ваши зомби. В смысле, я прошел? А, так это был босс, в смысле, конечный босс? Последний? Я думал, просто босс. Бляха. Я прошел ее. Ну, с боссом мне ничего не подсказывали, не говорили тактики никакой, как все располагать там и т.д. и т.п. Ну, я и сам справился, по идее, но и на том спасибо, что... Фу.
И на том, что было, тоже спасибо. О, поющие цветы. Подсолнухи, точнее. Жаль, русской версии песни нету. А почему титры не перевели? Зомби, что-то там. Мы не хотим, зомби. Я знаю, ты тайп, тау, дарк. Ты хочешь бит. Петарды какие-то. Ну, в общем, нарезка там какая-то. Музыка, текст. Ну, клип как бы получается. Клип или как концовка, знаете, в фильмах бывает. Нет, скорее в мультиках даже. Более похоже. Тут они между собой общаются. Аж ВБ спросил. Но концовку офигенно замутили. Титры тоже. Вот ради этого стоило пройти игру, потому что титры просто охренеть какие. Зомби больше не пытаются меня съесть, они хотят сняться со мной в видеоклипе, и они снимаются. Мало того, что песню на русском не сделали, так еще и не перевели титры конечные. Как так можно было, а? Зомби не перевели, общение их не, вообще не перевели в конце ничего. Либо я такую версию скачал, либо реально оно не переведено. Ну и в принципе в Стиме там вообще, по-моему, на английском языке все. Прям качает вообще. Я так и понял, что это концовка, потому что там уже на крыше были, он все локации показывал, и попутно была сцена. А зомби, лаун, как-то, не знаю, как это переводится. Вот эти титры перевели. Как ни странно, можно еще разок послушать музыку, но я, пожалуй, не буду. Она, конечно, крутая, но нет в этом смысла никакого. Ну, в общем-то, все, ребятки, главное меню прошли мы. Так, приключения пройдено, мини-игры, пазлы и режимы выживания теперь открыты. Также посмотрите новые вещи в магазине Безумного Дэйва. А, достижение. Мое достижение. Закончите приключения. Закончили. Бабах. Взорвите зомби на картофельной мини. Меня отвлекли. В общем, ладно. А, я бы не назвал достижение взорваться на картофельной мини. Какое-то такое вообще. Ни о чемное достижение. А тут ниже, видимо, много достижений. Тут вообще, по идее, просто пустая страница. Что-то слишком низко, слишком... Это бесконечность, я не буду так низко листать. Я пришел сюда, чтобы почитать, а не полистать впустую. Так, Рокобор, соберите на уровне 30 монет, не дав ни одной исчезнуть. Вот это я понимаю достижение. Везде успеваю тыкать. Потребник, взорвите 10 зомби обычного размера одной вишневой бомбой. 10 зомби? Ну, я не знаю, я не считал, когда взрывал их. Просто было такое место, в котором, видимо, их было слишком много, и я выбрал удачное место. Диско никогда не умрет. Загипнотизировать зомби-танцора. Понятно. Ну, прикольно что. Так, получите золотой подсолнух. А в честь чего он дается-то вообще? Продержитесь 10 раундов в я-зомби. Серьезно, я-зомби? Так, а это самое. Так, пазлы. Что такое пазлы? А, типа можно попроходить еще, да? Это лазобой. Некоторые из уровней очень сложные. Удачи. А, но я уже подобное проходил. Сделаем мы это не в этой серии. Это мы прошли, мы еще вернемся, возможно, к ней, да? То есть я прямо сейчас, ну, не прямо сейчас, а со следующей серии я, наверное, продолжу. Мы посмотрим мини-игры, какие здесь есть. Они явно какие-то необычные. Ну, не такие, как, допустим, в приключении все было. Уровень 1-1 почему-то. Я, видимо, зря нажал, скорее всего, я буду заново, только уже со всеми.
моими достижениями со всеми. Эти зомби, в этот раз я сам выбирал для меня. Эти три. Подожди, это все заново или как? Покажи мне. Не, не заново, ставишь кого хочешь. Он выбрал три. А, то есть ты можешь заново, но он выбирает для тебя сам. И ты должен выживать с этими растениями, которые он тебе дает. Нормально. Окей. Я пройду ее потом. Ну и, разумеется, если вы хотите, я продолжу приключение проходить снова, но я хотел также посмотреть и пазлы еще. Еще есть выживание. Я все прямо сейчас не буду проверять, потом как-нибудь. В общем, все, ставьте лайки, комментируйте, и пока что я с вами прощаюсь. Всего хорошего, до встречи. Еще увидимся.